В Чебоксарах сегодня утром детский автобус попал в серьезное ДТП. Все пассажиры – воспитанники школы-интерната на улице Яблочкова. Они возвращались из Новочебоксарска. Микроавтобусу не уступило дорогу маршрутное такси, которое выезжало с конечной остановки. От сильного удара пострадали трое взрослых и 10 детей, сообщает портал «За рулем». Их госпитализировали в БСМП и Республиканскую детскую клиническую больницу. По данным на 15.00 в Республиканскую детскую клиническую больницу было доставлено 10 детей после известного ДТП на проспекте Тракторостроителей. Все дети были осмотрены специалистами, прежде всего травматологом, нейрохирургом, челюстно-лицевым хирургом, детским хирургом. Ряду детей проведены диагностические исследования и компьютерная томография, рентгеновских исследований и ультразвуковых исследований. До примерно после 13 часов все дети были уже отпущены домой и в сопровождении родителей педагогов покинули больницу. Во второй половине дня этих детей навестят детские врачи Новочебоксарского медицинского центра. Им была передана вся информация о детях. Будем так говорить, что серьезных травм и в оказании специализированной помощи эти дети не нуждались.